Владимир Шагородский. Понял, понял. Погоди. Гринь, мне по работе отъехать надо. Ты давай. Видишься хорошо, бабушку слушайся. За Юлькой приглядывай. Я позвоню. Пошли. Вы обвиняетесь в нападении в грузе жизни Александру Соколову. Просьба проехать с нами. Мне нужно позвонить. А больше тебе ничего не нужно? Мне жене нужно позвонить. У нас сын один дома. Мне нужно ее предупредить. Давала, я слушаю. Аня, слушай внимательно. Меня задержали. Юлька у твоих родителей. Гришка один дома, я ему пока ничего не говорил. А куда тебя везут? Ребят, куда везете? Первый ВС Вологда. Изолятор временного содержания один Вологда. Да. Да. На опер. Ты же эту банду маньяков накрыл. Слушай, еще ты устал так. Дай после уходим по дороге. Гриша? Гриша? Гриша, ну что ж ты не отзываешься? Уйди. Что? Малыш, давай поговорим. Ну-ка, посмотри на меня. С папой что-то случилось, это все из-за тебя! Ты что-то выдумываешь, почему из-за меня? С папой все будет в порядке. Мам, я взрослый, я все вижу и слышу. Меня задавали ваши крики, ссоры! Эти ваши, блин, скандалы! Я тебе обещаю, больше никаких ссор не будет. Ты их не услышишь. Ты вернешься домой? Я не знаю. Ну, по крайней мере, никаких ссор больше не будет. Тогда какая разница? Давай так, с папой все хорошо. Он уехал на работу. Он скоро вернется. Помни, сказал, что я остаюсь главным мужчиной в доме. Это значит, он скоро не вернется. Я видел. Его арестовали. Ты мне все время врешь. Врешь! Давай сюда. Пойдем, бабушка. Мамочка! Мама! Ой, мама. Мой золотой, мой сладкий. Володю арестовали за драку с Сашей. Как мама. Арестовали? Как арестовали? Саша написал заявление. Ань, так же нельзя. Надо же, чтобы он забрал заявление. Ты поговорила с ним об этом? Я только что сама все узнала. Прости. Да? Как в Ярославле? Ты что, за мной ехал? Аня, только едешь? Нет, я не в гостинице. Я тебе скину адрес. Приезжай. Да. Мне уйти, Ань? Не уходи. Мне больше нечего скрывать. Да? Thank you.
Что, это квартира семейная ваша, что ли? Так успокойся, я не одна. Да? Что, вся семья с тобой? Муж-то где? Прекрати. Дядя Саша. Юлька, привет. Иди ко мне. Не ходи к нему. Я сказал, иди ко мне. Слушай, Юля, не ходи к нему. Не надо. Пацан. Я хочу к Саше. Нельзя. Пацан. Не ходи. Гриша. Так, пойдем поговорим. Не смотрю, как говорить, да? Зачем ты приехала? Поговорить хотел. Этот разговор у нас последний как-то криво сложился, и щека у меня болит, у тебя рука тяжелая. Тяжелая. И что дальше? Ладно, помириться я хотел. Ответь мне на один вопрос. Ты правда что-то написал в заявлении, что Володя тебя бил и угрожал пистолетом? Ты это написал? Если его задержали. Отлично, я тебе спокоен. Гриш! Пацан, успокойся! Гриш! Гриш! Убери ты его! Болеть! Я тебе сказал, успокойся! Болеть! Гриш! Я тебе сказал, успокойся! Гриш! Убери его! Саш, подожди меня на улице! Ну не надо! Ну не... Убери его! Гриш, тебе не надо! Я прошу тебя, Гриша! Считаю, что мы сможем с ним ужиться. Всегда знала, что это невозможно. Сейчас это не важно. Сейчас главное, чтобы Володю освободили. И... Я не собираюсь забирать заявление. Чего ты добиваешься? Чтобы его посадили. Потому что он опасен. Для тебя, для меня, для Юльки. Да я боюсь его. И мне не стыдно, потому что нормально бояться таких уродов. Я не буду писать, что я видела у него пистолета. Почему ты его выгораживаешь? Потому что никакого пистолета не было. Был. Аня, он был. Он ворвался в дом. Он ударил мне в морду. Потом выхватил пистолет и стал этим пистолетом мне в лицо тыкать. Потом ты появилась. Он или передумал, или испугался. Но он взял и спрятал пистолет. Аня, мне просто страшно. Мне страшно. Я знаю, что ты тоже его боишься, поэтому ты от него не уходила. Но сейчас мы не должны бояться, мы должны держаться вместе, понимаешь? Пойми, его посадят, и все. Анют, ну, если бы ты мне 3 года назад про него рассказала, сейчас бы ты забыла давно о нем, как о страшном сне. Ты должна мне верить, Анют. Анют, ну, моя хорошая, ну, ты верь мне только, хорошо? Шугород? Я. К Сомштине. Руки. Пошел. Я по делу Владимира Вышегородского. Его вчера задержали, я к следователю. Я его жена. Ну так ты угрожал ему пистолетом или нет? Да нет. Оружие вообще в машине оставил. Но обидеть, да. Бил. Да я тебе верю. Только у Соколова есть свидетельница. Твоя жена, которая, по его словам, этот пистолет видела. Заявление от нее есть? Пока нет. Ну, о чем речь тогда? Константин Юрьевич. Да? Там к вам жена Вышегородского. Да, спасибо. И
Егорова Анна Николаевна. Очень приятно. Вы ведете дело моего мужа, да? Ну да, я так понимаю, что вы хотите дать показания? Хочу. А только сначала я хотела бы переговорить с моим мужем. Я понимаю, что это неправильно, я прекрасно знаю процедуру, но все-таки 20 лет замужем за опером, я все равно вас очень прошу пойти мне навстречу. Нам. Я вас очень прошу. Как тебе удалось сюда прорваться? Я умею убеждать. Ты же меня знаешь. Знаю. Я хочу задать тебе вопрос. Был пистолет? И ты туда же. Не было никакого пистолета. А он говорит, что был. Он. А ты? Ты видела этот пистолет своими глазами? Вот этими глазами пистолет видела? Нет. И клянусь тебе, что не было никакого пистолета. Я же в дом ехал, где ребенок мой. Стал бы я при Юльке пальбу устраивать. Ты при ней избил человека. Это другое. Ах, другое? Другое. Ань, ну ты же меня знаешь. Бывает у меня. Но не настолько же. Веришь мне? О, Володька, как мы с тобой дошли до такого? Я не знаю. Смотрю на все это со стороны, как тик становится. Будто все, что у меня плохого было, все вылезло. Да, спасибо вам, что пошли навстречу. Подождите. Так вы что, не будете делать заявление? Нет. Я уже дала показания, пока Саша лежал в больнице. Но там ничего не сказано про пистолет. Ну, потому что не было никакого пистолета. Я показания менять не буду. Вы, наверное, знаете, что за дачу ложных показаний предусматривается уголовная ответственность. Да, конечно. Я знаю. Но я вас не обманываю. Я не видела никакого пистолета. Ну что, теперь его отпустят? Ну, пока нет. Вы единственный свидетель. Но есть еще показания потерпевшего, который утверждает, что Вышегородский угрожал ему оружием и собирался убить. Ну что ж, будем разбираться. Понятно. Спасибо. Я думала, ты свою доску давно выбросил. Да, выбросил, он чердак теперь нашел. Не хочешь партию сыграть? Могу дать фору, если боишься. В следующий раз, пап. Я по делу. Понятно, давай, рассказывай. В общем, нужна твоя помощь или связи. Я понимаю, что я не могу тебя просить ни о чем, но дело касается Володи, а значит, твоих внуков тоже. Не уверен, что остались какие-то связи. Давай, рассказывай. Прости, есть минутка? Конечно, есть. Леш,
папу арестовали по заявлению твоего брата. Черт. Я же просил его. В общем, я хочу уволиться. Понимаю. Маме сейчас нужна поддержка, а я здесь торчу. Варь, ты, если честно, все правильно делаешь. Я бы так же поступил на твоем месте. Ты молодец большая. Ты подпишешь заявление сегодняшним числом? Да я тебе даже справку в твой институт напишу, что ты у нас полную практику прошла. Это будет наглая ложь. Плевать мне, ложь не ложь. Ты что, подумал, что я тебя бросаю? Ну, вообще, мелькнула такая мыслишка. Ну и дурак, не дождешься. Моя мама 5 лет жила между Ярославлем и Вологдой. Чем я хуже? Пора брать с нее пример, я знаешь? Я тебе дам брать с нее пример. Ну-ка, сюда. Другие ресурсы. Ну, я просто не подозревала, что все зайдет так далеко и... Ну, этот твой, как вот там, Александр, его не переубедить? Нет. Он вообще не хочет меня услышать. А если у Володи действительно был пистолет? Не было. Но я его не видела. А я единственный свидетель. И я не буду показывать против него. Точно? С этим разобрались. Как там это? Мать? Ты такая же непоколебимая. То есть как ты написала заявление? Так. Она сегодня была в СИЗО. Навещала мужа. Сказала следователю, что писать она заявление не будет. Ну, нет. Этого не может быть, я ей сейчас позвоню. Позвони, Саш. А то меня уже 2 дня беспокоит один вопрос. Кто меня обманывает? Да во что, блин, меня втянул с этим чертовым пистолетом? Успокойся. Успокойся? Саш, ты, блин, понимаешь, в чем дело? Если у меня нет пистолета, все. У тебя возникнут проблемы и задача ложных показаний. Послушай, Саш, может, у тебя там были камеры установлены? Это бы сильно упростило дело. Сейчас в суде видеосъемка. Учитывается. Да нет у меня никаких видеокамер. У меня только свидетель. Алло. Да, я. Когда? Хорошо, но только зачем? Я ведь уже давал показания. Да, хорошо, буду. Меня к следователю вызывают. Уточнить показания. Это зачем? Здравствуйте. Я, наверное, ошибся. Я к Терентьеву. Как его найти? А вы же Соколов. По делу о нападении на Вышегородского в ИЮ. Ну да. А ваше дело теперь буду вести я. Зовут меня Федор Андреевич Борщенко. Присаживайтесь, пожалуйста. Почему следователя поменяли, не секрет? Ну, просто технические моменты. Не берите в голову. Так, Вышегородский напал на вас с применением табельного оружия. Ну, я не знаю, табельное оно или не табельное. Я в этом не разбираюсь. Скажите, вы в армии служили? А какое это имеет отношение к делу? Если вы служили в армии, вы должны разбираться в оружии. Я не служил, мне повезло. Вот ваша жена, кем там она вам приходится, Егорова Анна Николаевна утверждает, что не видела никакого пистолета. Ее не было, когда мне угрожали. Она вошла позже. Так он был или нет? Был. А скажите, пожалуйста, почему Вышегородский напал на вас? Потому что он психопат. Ну, даже психопатам нужна причина. Я увел у него жену. Он показал, что вы забрали его ребенка, дочку, и незаконно увезли в другой город. Ну, во-первых, ребенок мой. Как это ваш? А вот Вышегородский утверждает, что это его ребенок. Что-то я уже запутался. Слушайте, это долгая история. По документам он чей? Его. Значит, вы
забрали его ребенка и увезли в другой город. Ребенка забрала его мать. А может, вы сами спровоцировали Вышегородского на драку? Вот если бы мы его ребенка украли, я бы еще не так психанул бы. Вы показания мои читали? Я открыл дверь, он набросился на меня, достал пистолет. Я его не провоцировал. Но вы прекрасно понимаете, что похищение чужого ребенка – это серьезная уголовная статья. Так, стоп. Я больше без своего адвоката ничего говорить не буду. Ну, это ваше право, гражданин Соколов. А вы испугались чего-то? Димыч, я не понял, что за клоун там сидит? Просто так следователи не меняют. Тут без сторонних вмешательств не обошлось. Борщенко очень опытный и скользкий. Он говорил со мной, как будто я главный обвиняемый. Сань, ты должен быть готов к тому, что Вышегородского выпустят. То есть вот так вот просто. Хорошо, даже если забыть про этот пистолет. Он меня избил. Он меня конкретно избил. Ты сам мне говорил, за это статья. А я думаю, твоя Анна постаралась. У нее же там отец какой-то крутой перец в политике. Этого не может быть, она бы так со мной не поступила. Саш, спустись на землю. Он отец ее детей, она 20 лет с ним прожила. Правда, думаешь, что она с ним была только из-за страха? Саша! Ты прав! Ты, как всегда, прав! А я конченый! Этот человек сейчас выйдет из тюрьмы и будет воспитывать мою дочь, да? Саш, да, Саш. Куда? Сань. Сань. Алло. Здорово. Мне нужно с тобой поговорить. Срочно! Да мне плевать, где ты! Приезжай домой. Сань. Да все! Пальто. О, на ход собрался? Ждал. Слушай, я с Димычем разговаривал, он говорит, Вышегородского отпускают. Заехал провентилировать обстановочку. Провентилировал? Ружье зачем? За безопасность свою боюсь, только вот патронов мало. Нужно будет докупить. Ты что, рехнулся, что ли? Этот урод пытается меня убить, отнимает у меня жену, дочку, пытается усадить меня в тюрягу. Я рехнулся! Ну ладно, успокойся. Успокойся, дай напьемся, расслабимся. Че ты? Если мы напьемся, мне нужно еще дело доделать. Да не собираюсь я никого убивать, Лех. Ничего ты, ну что, я идиот, что ли? Точно. Точнее, идиот. Ладно. Если может, заехал. Давай. Вечером. В сторону на 11-й и до конца. Спасибо. Спасибо, что поддержал. Быстро. Слушай, я подумал, в общем, у вас с Сашкой как-то серьезно поругались? Или все-таки есть шанс? Ты знаешь, я вчера думала, что все серьезно, а сегодня, что может быть, даже есть шанс. Серьезно? Да. Слушай, ну здорово. Я просто еще подумал.
Ленк, его надо реально спасать. Его надо вытаскивать, у него с головой что-то непонятное происходит. А что случилось? Да вся эта история с Саней, с дочкой, у него реально крышу сносит. Ты ему сейчас очень сильно нужна. Леш, ты понимаешь, что он меня очень сильно обидел? Я прекрасно понимаю, что он тебя сильно обидел. Я бы на твоем месте прям плюнул бы ему в наглую рожу и не один раз. Но ты же всегда это можешь сделать, в любой момент. А сейчас ты ему очень сильно нужна. Пожалуйста, не бросай его, хотя бы сейчас. Пожалуйста. Ну, хорошо, я заеду к нему. Спасибо. С Гришей я поговорю. Его, конечно, трудно понять можно. С другой стороны, он должен понимать, что с матерью нельзя так обращаться. А мы с тобой как теперь? Если... Ну, в тетки на комнату, в комнату. А дети с тобой останутся. Дети должны с матерью жить. Это правильно. Я их навещаю. В общем, мы можем эту квартиру уже заменить. Нам зачем такая большая? Ну, и купим тебе правда, комнату недалеко. Или однокомнатную квартиру. И... Надо детям сказать. Сегодня вечером скажем? Да. Я буду не позже 8, но не позже. Хорошо, обещаешь? Ну, в смысле, не могу на тебя рассчитывать? Конечно. А ты сюда только из-за меня приехал? С ним все закончить, понимаешь? Да нет, не оправдывайся. Понятно все, я... У меня же тоже как-то... Не касается. Ладно, пойду, надо расписание посмотреть. У вас через полтора часа. Откуда ты? Прости. Понятно, я идиот, ты выпал. Прости. Да нет. Да. Пойду, кофе попью еще, поболтаюсь. А я поеду. Пока. Володю отпустили. Я знаю. А чё ты написала заявление? Потому что никакого пистолета не было. А если бы был, написала бы? Значит, этот ублюдок снова на свободе. А вдруг он едет сюда, чтобы... Точно меня прикончить, а? Саш. Саш, он больше никогда сюда не приедет. А ты откуда знаешь? Он тебе сказал? Ты к нему вернулась, да? Я никому не вернулась. Ты его любишь?
любишь этого козла, да? Я никого не люблю. А меня? Саш, ну... У нас же... С тобой все равно ничего бы не получилось. Ну почему? Почему не получилось, Аня? У нас же было все, Аня. У нас же все было прекрасно. У нас все было, Анют. У нас, смотри, игрушки были детские. У нас все было прекрасно. Почему не получилось, Аня? Почему? Чтобы быть с тобой, мне надо разорваться. Между тобой и детьми. Я не могу этого сделать. Как жалко, Аня, что ты только сейчас это поняла. Бросаешь меня? Снова? Но у нас же с тобой ничего не получается. Значит, ты отдашь мне Юлю. Как это отдам? А вот так это отдашь, потому что это мой ребенок. Ты у меня его отняла, и ты мне его вернешь. Я Юлю тебе не отдам. Лучше отдай. Бред ты несешь, Саш, ну что? Она же не игрушка, она живой человек, она моя родная дочь, мой ребенок. Это мой тоже ребенок! Зачем ты так делаешь? Зачем? Ты же мне всю жизнь сломала! Как так можно? Как ты так можешь? Ты... Я же из-за тебя перестал людям доверять, я же перестал верить всему, я ненавижу все это! Ты мне всего искалечила, ты... Прости, я все понимаю, я... Прости. Прости, Саш. Саш, прости, прости меня, Саш. Прости. Ты меня прости. Ты меня прости, я сошел с ума. Я просто съехал с катушек. Значит, разрыв. Прости, я все понимаю. Разрыв, значит, разрыв. Все к лучшему. Все к лучшему. Просто давай немножко отметим. Я бы шампанское купил. Твое любимое. Думал. Ты знаешь, я тут по дурости своей игрушек детских накупил. Детскую кроватку. Мне не нужно, я тебе подарю. Только вывод за твой счет. Хорошо? Саш, ты что делаешь? Ты... Саш, очнись. Саш, я прошу тебя. Не надо, не делай этого. Саш, подумай о нем. Саша. Уйди. Уйди отсюда. Я никуда не уйду, слышишь? Уйди, я сказал! Ты этого не сделаешь, Саша. Ты не такой человек. Ты добрый, ты хороший. Ты ведь никогда себе этого не простишь. Я тебя прошу, пожалуйста, не делай. Саша, пусти уж его, пожалуйста. Не надо.
думал, ты навсегда ушла. А я ушла навсегда. А потом вот решила вернуться. Почему? Потому что я поняла, что больше тебя не узнаю. И решила, что тебя нужно спасать. Я мог выстрелить. Я правда мог в нее выстрелить. Я мог нажать на проклятый курок. Я знаю, знаю. Ты просто сошел с ума, Сашка. Ты сошел с ума. Если бы ты меня не остановила. Тебе повезло. Я пришла вовремя. Почему ты не сбежала, а? Я испугалась. Не за себя, а за тебя. Мне с тобой... Мне с тобой ужасно повезло. Я люблю тебя. Я очень тебя люблю, слышишь? Ленка, я тебя больше никуда не отпущу. Я сделаю все для того, чтобы... Меня просили. Начинай делать это прямо сейчас. Только вот прощения тебе придется просить уже. У нас двоих. Саш, у нас будет ребенок. И теперь это уже точно. Поджимай. Работаем потихоньку. Давай, молодец. Папа! Виктор Ильич, можно минутку? Да, конечно. Сработай сейчас. Раз, два. Папа! Привет. Ты вернулся? Ну да. Ну совсем? Да. Я уже думал, ты нервничаешься. Ну ты фантазер. Кстати, красиво дерешься, молодец, я видел. Без тебя. Пап, я маму обидел сильно. Я думал, что она меня обманывает, и ты больше не вернешься. Можно позвонить с того мобильника? Извините, нам. Еще немножко. Вот, хорошо, отлично. Не отвечает сестра. Мам, попозже перезвоню. Могу съесть быка. Ну, придется есть картошку. Слушай, мама приедет, нам надо кое-что вам сказать. Может, сейчас? Нет, давай, все-таки ее дождемся, она будет скоро. Парень, мне бы в душ сходить. Гриш, руки не помыл? А ты мне помогай, вперед, давай. Давай. Женщина около 40 находилась за рулем автомобиля. Лобовое столкновение с грузовиком. Многочисленные переломы, черепно-мозговая травма, большая кровопотеря. Какая у вас группа крови, знаете?
Что? Не понимаю. 21:39. Опоздал. Надо определить группу крови. Да. Пап, а что ты нам хотел сказать? Слушай. Вот крышечка наша. Поздно уже. Давай завтра. Мама, наверное, задерживается. А что, если она вообще не приедет? Зажим. Падает давление. Еще зажим. Пап, ну не мучай ты нас, скажи сейчас. Что вы с мамой решили? Во-первых, мы хотели попросить у вас, у всех, прощения за то, как мы себя вели. За все эти ссоры, за ругань. Это все мерзко, недопустимо и неправильно. Во-вторых, да. Да, Анна Егорова здесь живет. Я муж ее. А что? Остановка сердца. Дефибриллятор. Готов. Разряд. Еще. Разряд. Что-то ты зеленая какая-то. Не рано сбегаешь. Не могу больше. Но она к жизни возвращается, а то я уже забыла, как белый свет выглядит. Расписаться, да? Угу. Здесь и здесь. Угу. А что с тем уродом, который в тебя въехал? Посадят? Он умер. На прошлой неделе в больнице. Обширный инфаркт. Так что ему повезло меньше, чем мне. Повезло. Сам виноват. Не надо было на встречку выезжать. Ну, по-моему, это слишком большая цена за одну дурацкую ошибку. Тебя встречать-то будет кто? Сама доеду. Я специально никому не говорила. Хочу детям сюрприз сделать. Ничего страшного. Здесь недалеко. До свидания. До свидания.